Строители досрочно установили все сваи для автодорожной части Крымского моста. Всего их больше 3000. Первые забили еще 1,5 года назад. И поначалу на одну сваю уходило до 25 дней. Но когда технологии отработали, строители стали справляться за сутки и даже быстрее. Последнюю погрузили в грунт недалеко от фарватера Керчи-Никальского канала. Установка свай под железнодорожную часть перехода еще продолжается. На данный момент выполнено больше половины работ. Сейчас строители готовятся и к другому ответственному этапу – монтажу арочных пролетов. По одному из них будут курсировать автомобили, по другому – поезда. Уже собранные огромные конструкции с берега доставят на специальных понтонах. Сложнейшую операцию планируют завершить до наступления осенних штормов.